Понимаете, сумма. Туманите Бентли пока. Нахуй, лишиться надо срезать немножко ИП. Да, хули лиши. Мечтайте, мечтайте. Давайте голосование ебанем. Сколько срезать хули шиты ебанем. Много желающих за? Дисконт, что ли? Меня зависло. Да, да, дисконт. Ну, сараниты завезли, получается. Ну, походу, кстати, возможно. Да, конечно, блядь. Ага. Перезагрузка была бы, а не дисконт ебущий. Прям сейчас под нашей... Сейчас единственная этой... шмотка, хули что Япония останется. Она уже выпала, эта шмотка. Нет, я за сапогами иду. Мираю, а какое тебе дело до моего ИП? У нас с тобой шмот-то разный, по сути. Тебе-то что переживать за мое ИП? Настя, это ремень замена будете плюсовать. Настя, мне сказали, короче, без воля вообще на паладине. Что думаешь? Трим. Я тоже об этом подумала. Вот, можно забрать. Кстати, информация для умников. Вы, блядь, сначала за свой класс научитесь, блядь, кнопки тыкать и дамажить, а потом, блядь, говорите тем, кто... Короче, блядь. Говоря проще. Потом учите остальных уже, как что им одевать, какую шмотку лучше и так далее, блядь. Ну, Максон, это к тебе было. Что за хуйня? Угу. Я в ахуе. Чё, сервер сдох? На шипы когда научишься играть? Зато X5 жив. И X2. Расскажите, как за шипы в PvP играть? Накладываешь доты, а АФК стоишь. Ты лучше ДКшника сделай, ебалом по клавиатуре катайся, я пойду АК. Да не, я хочу, чтоб жопа горела, блядь. Чтоб жопа горела, это кого надо делать? Сову, да? У ШП в шатрате рега, и у всех будет жопа. Не, чтобы у меня жопа горела. А, ну шамана сделай. А, тогда делай вары, короче. Артас очень простая. Чарш и быша. Все, больше ты ничего не надо. Тело. А, вара делай, пока без гир не будет. Будешь всегда гореть. Подушечка. Кто такой подушечка? Это кто? Это Аси. Персонаж. Аси. Минус ЕП Аси, пожалуйста. Организуйте. За что? Слушай. А, на меня напало, значит, на Толгороде два вара вообще было. Она стояла и хилила просто. Я в ПВЕ шмоте. Реально. Мы все можем оказали. Мне охоту кинули, все. Я теперь не побегаю там. Сейчас фанаты набегут. Хорошая история. Напали на меня два вара. Тогда, только они отъехали, и она тоже отъехала, кстати. Подушечка, что-то знакомый шаман. Где-то я, походу, тоже на огороде его видела. Давай, короче, подушечка, я создаю вара, и ты меня, короче, хилишь, и мы всем пизделей дадим, короче. Нет, лучше давай ты создаешь вара, и я с тобой пойду тебя хилить на арену. Это года через два будет, наверное. Бля. В какой-то веке решил пойти контракты поделать, ёпт. 5 персов, что-то уже не вывожу, короче. Потому очередь. После РТ можем сходить закрыть контракты. Я тоже так и не доделал. Я бы тоже сходил за сову. Можем собраться потом. Лучше бы целка 10 собрались. Быстро пронеси. Ну там на форуме тонко намекнули, то что ап Толгорода будет при следующем этом. Ну поняли я. Короче, а что будет выпускать? Контент.
Зломаем. Ну, я не знаю. Злом... Возможно, аж к ЦВК ХМ ближе туда. Ну, так перед ЦВК ХМ. И там зломан должны выпустить. Рецка, наверное, будет следующий, нет? Промежуточный. Ну, наверное. Зломан когда там примерно откроют? Ну, после ХМ и ЦВК будет, скорее всего. Не-не, оно до было. Оно было до, потому что я помню, что на X2 требовалось в RS-25 килл этого Зулджина, блядь. А в 10-й раз... Полтора-два месяца. Монс, открывайте PvP сезон, когда закончится, тогда и будет. Короче, Зуламан следующий, скорее всего. Ну, потому что убитый Зулджин требовался для доступа в ГЕР ЦЛК и для доступа в RS-25 обычку. А ЦЛК ГЕРа уже требовалось в RS-25 ГЕР, ну, уже там, в следующей обнове. Посмотрим, посмотрим, что там будет. Это долго запускают? Ну, по-другому смысла не будет делать, потому что там промежуточный шмот тот же 64-й, почти такой же, как ЦЛК 25-ки. Просто его для разнообразия добавят. Из Зулджина закилять. Тринки там неплохие. О, поднялся. А там же десятка, да, только? Угу, да. Ну, тогда в десятки походим. А чё в ЦЛК ходить 251? Там не только тринки, там есть сундуки еще. А, ну да, там же сундуки, точно. Типа на время бегать. Как-то изи. А с сундуков, кстати, 277 шмотки валятся. 71-й. Ну, а-ля ИВК, можно сказать. Не помню, 71-й. По-моему, 77-й были. 71-й. Critical Error, когда я, блядь, выбрал X4. Устал сервер? Да. Там все сервера легли нахуй. Наверное, решили вести саранит, и вот все положили к хуя. Я видел, Рид где-то в каком-то канале писал, что он типа в отпуск ушел или еще что-то типа непонятно. Ой, блядь, заебал эту хуйня уж. А мне интересно, он здесь, получается, сидит с телефоном? Через прокси пускает, а обычный нет. Ну, вроде запустило, только пинг 15 тысяч. А так нормально все. Бля, у меня critical error. Выбрали сервера. Что я район, блядь, написал? Ну, сука. Ну ты, короче, эти дебилы, блядь, поменяли местами картинку X4 и X5, блядь. Вот тебе и ребут, блядь. И все сломали из-за этого, да? За critical error, ну. Сейчас еще будут исправлять еще целый день. Еще, походу, еще обнову надо будет качать. Ну. Мы пофиксили. Все, с нормальным пингом пускает, все хорошо. Так, это нам сегодня квестики делать, получается. Да, чё не делаем квесты. А чё, уже взяли грань? На компьютере. И первый осколок с плеча. Может быть, может нет. Давайте заходим лишь и погнали трафчистить. 6-8 пати пойдете в субботу. На замену Ринда ВЛС будете писать.
Значит, ДЦ спекнуться. Да. Откатил из инста. Суманять еще раз? Да, давайте суманимся и поехали быстрее. Те, кто не в рейде, во второй рейд пойдете в субботу. Целка во второй. Отписывайте, ринда вылез. Я ж вроде ханта добирал, нахуй. Где мой хант, нахуй? Подожди, блядь. Кого-то я ханта же набирал. Колесо и кто-то еще был. Ну, это, который слакает на лужах, как его там? Милхант? Не Милхант, еще какого-то я добирал. Странно, ладно. Акума, ты не суммонишься? У меня есть уже, сейчас приму, подождите секунду. Ебаните столик магии. Колесо. Так, все, погнали чистить трэш, речь. Жу, блядь, Акума, речь, суммонитесь, погнали. Сейчас я приму, секунду. 20 минут уже прошло. Ну, я ебу, ребут. Ну, я понимаю, но до ребута нам было еще до РТ подготовить. То, что мы не сделали еще. Грузит, блядь, по часу, нахуй. Что тут? ДД, у кого есть целое масло, ну, 5 раз тут намазать. Бля, ты если будешь АФКшить, я тебе вообще хуй буду брать время нахуй. Причем у меня мили. Есть масло. Да, мне на мили надо. Давай. Сейчас после этого трэша не пулять. Да я не знаю, забирай так. Ты мне это помогал. Играйте через прокси. В чем проблема? Настройте баны, зайдите раз через прокси, настройте их и играйте через прокси, заходите. И не будет вас пинга. С ВТФ папку просто перекинуть в прокси. Все, это да, так тоже можно. Блядь, сзади ну трэш. Бейте сзади трэш, в чем проблема? Нахуй вы, блядь, старфолы свои ебашили. Войт фьюри, блядь. Еще через прокси зайду. Набьем этого моба, не пуляйте, с ума не побыстрее. Хотя мог сам уже долететь. Шкаф, тыкните. Тыкните. Какой квест сегодня? Не знаем, какой квест. Давайте речь, блядь, вперед, погнали трэш дальше. Я не отреброюсь, я сейчас все равно. Натя, берите. Блин, у тебя огнём сделан. А че вы говорили, какую папку надо сохранить, чтобы через прокси зайти? Вот это. А где ее сохранить? Ну, типа, вообще, в принципе. На рабочий стол выкинь и потом обратно в папку World of Warcraft закинь. После того, как зайдешь через прокси. В ВТФ есть и обычный Сирус, и Сирус прокси. Ты с обычного Сируса пап некомпетентно фиксируешь, а прокси вставляешь. Дальше трэш.
Вроде этот синриц ловушки снимай. То 5 рок, то 1. Зачем они? Ну, рога очень мощно дамажит. Здесь нормальный рога. Маленький, ты где-то тебя хвалил? Кстати, кровь я тоже продаю за сотку, пока она есть в цене. Все равно без хуй зависли. Ну, запуливаю с луктрона еще эти грибницы и гникашки. А у меня нет байнок на ребро квеста. Кину. Рейдж Скалис не может взять это задание. Пожалуйста, не может взять это задание тоже. Может, и другие квесты висят. Ну, давай, сейчас еще раз шарю, пожалуйста. Не сдал какой-то квест. Вот, я только... Батя, ты где? Ну, захожу через... Да, я эту хуйню раздупляю лично с этим прокси. Давайте быстрее. Андрей, АП фланский раздай всем. По две фланские. Ага. Хотя, yes, похуй, давай по три фланские. Да, и ты по 3 с ПД и хилам с аппарату по 3 штуки. Окей. Блядь. Серый, раздай, пожалуйста, АП фласки. Печенька АП, СПД, саппорт и ромб. Хилы и саппорт все пью. Печенька АП фласки вроде, да? В сбойнике. Так, а что там по фласкам осталось? Там сейчас, секунду, блю, подожди. Да, уже мало осталось. Я поделю их. По 2 или по 3? Да. Я по 2 даю АП. Пока что. Блять, масло забыл купить. Кидай обмен. Ёбаный вывод. Да мне уже дали. Максон уже подготавливается сразу на Кирюшу, покупает. Да, Макс? Да не, я обычно покупаю штук 15. Да мне дали, спасибо, не надо. Вот. Я обычно покупаю штук 15, ну, по 5 зарядов с одной. Потом заканчиваю, потому что забываю все время. Не до этого. Кирилл, ты каждое это говоришь. Не каждое, второе, блядь. Я покупал, нахуй. Там на аукционе их, по-моему, не было. Или что там, или лагал аукцион, я не помню. Из-за этого я не купил. Все, захожу, пробую через этот прокси. Я делал похоже с ВТХ. Мать, давай тоже рещу немножко. Кидайте трайды еще, кидайте. Уже сейчас пулять будем. Никаких нахуй перекуров. 30 минут уже, блядь. РТ нахуй. Мы еще первого босса не пульнули. Ну, за этой хуйни, блядь, что поделать, что я захожу. Даже с другой точки. Да, у меня что-то не перекинулось. Я рот того. Все, трайды. Блять, азиф есть какого-нибудь, куплю нахуй. Ты сопрот дай, пожалуйста. Только один. Спасибо. Сколько у тебя севера есть? Почему он там стоит, куплю? Блять, я не могу найти его в инвентаре. Еще кидаем? Два шамана в хилане кинули мне трейд. Ну давай, сколько? 500, хватит? Или мало? Да, нормально. Нет, спасибо. Так, рыбу ставлю хавать. Так, рыбу сразу взять, что заканчивается.
СПД фаску ты даешь? СПД фаску не дает ромб. Блять, шаман кто здесь? Такой щепик. А каски есть? Что-то не вижу. Нет. 4 пала, 4 бафа. Андрей, мы тебя одного ждем. Ты скоро там? Щит висит, надо каску. Ну, что, я зашел тебе этот прокси, и у меня все равно висит. Да, то же самое, Андрей, я тоже поставил прокси, у меня все равно 500 тысяч. Ну, я сейчас повис просто, я стою, как будто у меня ребут. Ну, я так понимаю, сейчас, ребут. Сейчас разлагает, сейчас подожди. Это надо подождать, надо, чтобы прогрузилось. Скоро, наверное, они ребутнут сервер. Ну, у меня то же самое, типа, что я с прокси зашел, что с обычного, даже точку доступа входа менял, нахуй нет. Поменяю, если что, что я могу сделать, если я не могу коннектнуться на сервак. Понимаешь, физически, что я тебе сделаю? Дышу просто. Сейчас еще раз попробую перезайти. Я задавался вроде приступ. Я тебе трейд не кидал. Стрипс. Не кидал? Давай еще раз. Супрот? А, ну, если хочешь, если не уверен, где-то переписывай, пожалуйста. Ну что? Ну, сейчас я зашел. Сейчас у меня пока нормально. Я могу просто повиснуть. Что происходит, видишь? Рыбу хавать. Дали фулбаф быстрее и поехали. Речь. Не, чувак, я не могу, типа, у меня виснет. Что мне делать? Ладно, окей. Поменяй, типа, из прокси, из хуёкси, блядь. Конченая хуйня. Фламберг тут? Фламберг, прием. Сейчас горит, ну. Кирилл, я в рейде нужен? Да, левай. Пожалуйста, быстрее, уже полчаса прошло. Да проносов нахуй никаких не будет, сразу говорю. Не успеете закрыть, нахуй. Ну, значит, не успеете. Конка, что у тебя случилось? Бля, Сыров поднасрал, как обычно. Перед РТ, блядь. Ну, в действительности. Что за мелодия? Ну, можно без кунки ребра убить, наверное, нет? А если меню не включит свет? Тоже возможно. Ну, 2-4. Пойдет во второй рейд. Мастер, ты тут? Блядь! Арго. Тут. АП фласки, печеньки, быстрее, да? Взяли АП фласки, блядь, пробафались, рыбу хавайте, короче, еще раз ставлю, блядь. Резче нахуй только, блядь, без АФК. Вообще на полуба.
Все, что, отдаю, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Пол. Я рудальник. На пол дайте, набежал. Ромбики, ты сейчас клип словишь. Глю, оверхиль танков. До вихря. Вихрь разбежались. В лужах не стоим. Лужа ГП нах. Дай скру фонарь. Дал сальву. Босс, сошлись. Вы чё там, клоуны или что нахуй? Вы можете, блядь, без череды своей бить нахуй? Нахуй вы тут череду жмете, блядь, еще и два одновременно, блядь. Ой, блядь, ой, дай БР по синрицу, эдик дай по Данганмасте. Рибафните, Рок. Разбежались их. В лужах не стоит. Да, есть баунд. Ма на лед нажми. Ма фрейм все сбежались. Шипы. Отдайте лед, паладин. Заберите лед, Глю. Жми ему на лёд. Фонарь и скру. Во фрейм сбежались. И добиваем босс.
От лута отказываемся. Да, бринтроль вам падал вообще или нет? Да. Три раза уже падал. Сука. Ты рабай на первом не настроил. Да, что-то пиздит аккаунт его. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие. Давай второго помощника, блять, с той стороны пуляй. Бежался, ну чё стоишь АФК нахуй? Радмилики, отойдите, РДД залили помощников, блять. Не, роги давалось. Фонари, пуляй, остальную весь хуйню всю. РДД помощники играю. Пуляясь вот этого поревнителя еще, бежалась на помощника забери. На фонаре напугнать. Забери прислужника. РТД играйте по звезде. Милики по этой хуйне, то что там. Блять. Дай сокровь, блю. РТД по звезде сыграли быстрее. Ученику этому изгнание зла дайте просто. Звездочку поставил кто-то. Он еще идет. Все, окей. Последнюю звезду РД добиваем. Все, свичнулись по этой хуйне, залили, дали ему. Нет. Забери, забери плодотик. Я знаю, я это знаю. Тут ты уж точно все знаю. Гармастер с рейда. Бежалась, не с левой стороны танчишь, фонарий с правой. Мирай гриппаешь в центре моба, который идет с правой стороны. Вторая пати играет с правой стороны, первая пати с левой. Третья пати с правой, четвертая с левой. Это по трэшу. Кучно не стоим, в службу выходим. Мы Фьюри контролишь. Если что, помогаете, мало ли его возьмет НК. Ну резче, блядь. Чё за хуйня? Каску дайте порога. Вы, блядь, должны были мафнуть паладины нахуй до этого. Всё, поехали. В куче не стоим, блядь, лужи много дымали. По трэшу свичнули, залили быстрее. Приверженцы культа в первую очередь убиваем. Потом только фанатика. Не срывайтесь с игру танк, фанатики шотают. Плюс приверженцы самые конченые. Станом сбивайте, когда они... Ясно, север все с тобой, но... Мирай, почему ты моба не гриппнул, который с центра шел? Ринда контрол. Бабл. Дубовую отдал. Последний. Дайте контроль баблсу.
Вы уже вышли? Так, по трэшу свищнулись. Ехали по трэшу. Дайте контрол по мне. Прежде культа в первую очередь. Мирая, грибни маба. Сало въебаните ему. Сало ебани ему. Ай, закидай. Давай, давай. Мили урона убейте нахуй. Вот этого, который справа маб. Ну, физ урона, точнее. Беба, ты тупой нахуй? Ты посмотри, что этот шилд дает нахуй. Если он отражает заклинание, блядь, значит надо ее стопнуть нахуй. Что вы нахуй делаете, блядь? Поэтому я говорю, убивать приверженца культа в первую очередь нахуй. Чтоб пусть они убивали дауны нахуй. Лужи вышли. Потом ноете, блядь, почему вред не беру нахуй? Не надо. По трэшу поехали, свичкнулись. Почему вы фанатика бьете, блядь? Бейте приверженцев, алё нахуй. Блядь, лужи вышли быстрее. Войд БР по северу. Серый, дай БР пожу. Быстрее. Рискались, контрол. Геру дали фулл ДПС по боссу, перевозим. Склоните его, милики не убейте. Уёбки нахуй. Лужа вышла. Я откатился. Дай БР по нему. Быстрее, больше ДПСа, блядь. Давай. Ребафнули Вара, Лока и Мага быстрее. Касты сбивайте, от духов отходите. Интермастера законтрольте. Да, есть баунт. Лужи вышли. Духи пошли. Два в РДД идут. Духи на фонарь сокру. Один мили. Подушечка, блядь. Ой, блядь. Синрит в контрол быстрее. Ясно, сразу убили. Лужи. Прохим. Духи новые. Два в РДД идут. Акум активный. Ясно. Не вижу. Дай себе круглю. Ну я стилю, типа, почти похуй. Один дух, 9000. Кирилл, нажми раскол. В Гере пизда нахуй было бы. Лужа. Ну не в Гере. Заебал. Лужа, милики вышли быстрее. Прохил милизон. Кирилл, раскол надо. Да не надо, блять, раскол. Я там третий попробую, блять. Похуй. Сорву нажму. Лишь два таунта, тут таунт работает. Угу. Ну все-таки. От лут отказывайтесь, дальше поехали. На корабле быстрее бежим. Квест на великана был, я не посмотрел внизу.
Нет, нет. Кстати говоря. Так. Это за ребро. Север, еще посмотрим. Кон прилетел, куда вы бежите? Смерть, разложение, смерть, разложение. Все, теперь. Север, блядь, тебе три тика лужи убило, нахуй. Три тика, блядь. Два. Не ври, я смотрел. Ну. Она кинулась в центре на меня и не успел выбежать. Второй тик мог не лутать, если прыжком выпрыгнул, тут согласен. Тут лаги, конечно, пиздец. А, стрела тьмы, всё, вижу, ладно, да. Окей, два тика, да, там перед этим первое было. Так, жу, блядь. Ну, еще чародейский обстрелся, ебану. Тих лужи, блядь. Чародейские стрелы. Я тоже звездным огнем ебанул, чуть не сдох, нахуй. Процентов 30 осталось. Ну, блядь, ну вот смотри, я тебя повесил КД, нахуй, ты говоришь, меняй. Ну, блядь, ну, типа, не на втором. Бой висит. Значит, трэш надо возвращать. Первую пачку возвращаемся, ебош. Тут выдали. А там он не у всех. У одного моба только. Я тебе сказал по факту. Они выебываются. На твою ошибку. Сейчас я не хочу никому КД больше вешать. Блять, увидите, на кого квест, нахуй. В любом случае будем делать. В чем проблема, блядь? Дракон. Да, зачем ты его загрела? Ты хочешь потом сюрпризов? Я нет. Киндер сюрприз? Надо убивать все равно, все правильно сделает. Нам он падал до этого много раз. Да, он типа ох, не так много дает. Взяли все ранцы, оденьте их, не забудьте, и вынесите на панель. По пушкам танк. Глю, Ринда, Швепс и Жуки. Все, не летайте, я запускаю. На тот корабль полетит Рэчискалис. Реслин, я, Бентли, Хульшит, Чуава, Мирай и Войтфьюри, остальные тут остаются. Безжалостно на том корабле танчишь, фонари на этом. Да, к Мурадину подъебало, надо подойти Мира обязательно. Он бафает урон. Звучит хуёво.
Ждем пока по оружейникам играть и слушать их, выходить и не лутать лишний урон, который не кидает. Полетели. Стойте, безжалостный первый. Заберет мразь. Все, полетели остальные. По колдуну ебаному сразу. Одна секунда. Все, колдуна, поехали. Остаемся на корабле, убиваем свидей, ждем второго мага. Абай, позакидывай дизармы по мурадину. Нахуй не работает. Да не работает эти дизармы, нахуй. Я уже все перепробовал на позапрошлом пинге. Или на прошлом, я уже не помню. На позапрошлом. На прошлом еще кое-что проверил. А в столб заводить пробовали? Да, и в столб я пробовал заводить, нахуй. По кораблю бегать с ним, нахуй. Нихуя, нахуй. По колдуну поехали. Все, улетаем с этого корабля. Улетай. По оружейникам играть вернее. На СДС, кстати, падают, как обычно, но. Еще 3DS выпадет, зависит на снах. В лучшем случае. Полетели. По колдуну поедем, по колдуну поехали. Добьете пушки, я надеюсь. Улетаем. Не открывается сундук пока что. Плащ, кстати, неплохой нам выпал на мутика, блин. Даже на рыбника, в принципе, пойдет. Рыбу хавните. Зашли все на исходные стали, сейчас попущу сразу. Что тебе на все не хватает в этой жизни? Я запустил вас полтора минуты почти. Ребят, заанонсите за секунд 5, чтобы перепутать. Окей.
когда она у меня в ЛН написана. Дайте имка, блять. Магина. Сколько до пула? Что долго, забей? 30 секунд еще, я в РВ кину, типа, за 5. Сука, жадные маги, блять. Себя мажут, блять, и не дамажат нихуя, нахуй. Сколько этих магов, наверное, блять. Три. Две. Пейте припод. Гера, блядь, шаман или он нахуй? Трэш заберите. Гулял парень. Эдик, сольёшь? О. Дар. А, я в сове, я сам тебе кидаю, чувак. Надо было заранее сказать. Понятно. Заранее пиши, я бебе кидаю. Ладно, я задам тебе. Трэш. Как же долго его бить, господи. 127 лямов, когда было, вот тогда было очень долго. А сейчас нет. 5 раз успел луну кинуть, чувак. И то не с пула. Нормально. Это норма. Блять, мука было бы нахуй. Было бы, конечно, найс, нахуй. 17 700, да? Ладно.
По рекампу, да, 17700. Че там выпал? Воля, сука. Ну ГЦ кого-то получается. Запад тоже кого-то на самом деле. Ни одного ДС, а как обычно, нахуй. Стабильно себя. Да. Открыл квест на болезни. Так, надо одного человека на замену кинуть. Ну, на тухлого и гнилого только. Сразу бывает. На кровь тебе? Да, на кровь. Ну, давай. Меня тут ничего не надо, я могу уступить Феникс. Ладно, сели. Поменяй бебу, у него там лагают адски. Так как тут смысл, что его поменяю? Ну, блядь, типа я могу сейчас его поменять, нахуй. Но, блядь, я не буду никому КД больше вешать. Мне нужно было скинуть, типа прокер. Там глыбу, если нажимаешь, и выйдется красным. Ваниш точно выйдет, а глыба. Диспом можно? Вот, спасибо. Нет, я не пойду, хочешь иди. Вонючка бежит. Блять, а нахуй вы запулили вонючку эту хуйню? Сука. Да, избаун.